пожалуйста. Всем доброго вечера. Мы находимся в Вологде. Вот сейчас я подписываю уже какой по счету? Восьмой. Восьмой договор с участником сбора подписей в Вологде и в Череповце. В нашем полку прибыло. Можно уже констатировать на сегодняшний день. У нас сегодня прошли интересные встречи с людьми на улицах. Мы стояли у памятника Ленина в пикете. Ребята с нами. Ребята, покажитесь. Вот сегодня. Вот, ребята, которые стояли в пикете. Первый раз. Да. Как впечатление? Народ лайкает ваши. Самое хорошее впечатление. Очень интересно общаться с людьми. Люди отзывчивы, готовы, многие понимают, о чем речь. Некоторые еще, с некоторыми еще придется долго работать. Но, думаю, мы победим. Ребята, мы не ставим задачу работать с каждым. Сейчас мы выбираем тех, кто уже готов воспринять информацию. Невозможно переубедить тех, кто не хочет. Не тратим на них время. Пройдет, переубедятся. Антон, Алексей, как ваши впечатления? Ну, потихонечку все становится более понятно в плане координаторства. Так, посмотрим. К нам присоединяются наши активисты из Москвы и из других городов. Друзья, мы сегодня ведем новостную сводку из города Вологды, из наших древних русских земель. Красивый город, я успела увидеть храмы. Вообще волшебная архитектура, прекрасные люди, очень достойные, такие спокойный ритм по сравнению с Москвой. И, в общем, опора, сила. У нас сегодня прошла конференция национально-освободительного движения. Были и сторонники, которые раньше были в национально-освободительном движении, и многие новые пришли именно под идею сбора подписей. И сегодня долгий разговор с Евгением Алексеевичем, ответы на вопросы, ну и организационные наши дела. Мы немножко привезли газет, поделились соратниками им для начала, как раз для разгона. Еще у нас сегодня была встреча Евгения Алексеевича с бизнесом города. Вопросы другие, обвинения другие в наш адрес. Но было интересно, и трансляции мы вели в сетях, есть и в «Одноклассниках» в группе «Вежливые люди» часть, и часть на YouTube-канале «Нот Москва Регион», на YouTube-канале «За референдум», в группе ВКонтакте вот здесь же вы, наверное, видели. Вот, и, в общем, какие-то, кто-то пришел впервые, кто-то впервые услышал о нас, а кто-то уже давно слышал и подтягивается. Мне очень понравилось, что на улицах Вологды люди, мне даже показалось, больше знают. Ну, во всяком случае, за час мы собрали 9 подписей, ну, без особого напряга. Молодежь увлечена марксизмом. Вот 2 человека нам таких ярых попались в этом плане. Вот, ну, естественно, старшее поколение – это наша опора, молодежь еще пока разбирается. Ну, в любом случае, я думаю, здесь все пойдет нормально со сбором подписей, так что удача всем. Кто хочет что-нибудь еще сказать? Друзья? Ура! Ура, мы победим непременно. Денис Сергеевич? Да, продолжается у нас сбор подписей повсеместно. Очень активизировались все штабы по этому направлению. Очень огромное количество, поток людей увеличился. Организовываются прямо на глазах новые штабы, новые координаторы, новые группы. Сбор подписей – это то реальный механизм действия, через который мы можем кардинально изменить ситуацию и реально привести всех нас к итоговой победе национально-освободительного движения. И поэтому видно, как враги активизировались против сбора подписей, как провокации увеличились против сбора подписей. Но за нами правда, за нами народ, и народ подтягивается, поэтому в победе мы уверены. Активизируемся на каждые удары врага,
надо отвечать новыми и новыми подписями. И помним, каждая собранная подпись приближает нас к победе. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.